Итак, Делириус — это мод на световые мечи. Я джедай? Пока нет, но у нас будут световые мечи. Я не понимаю тебя из-за акцента. Да, я знаю, мой акцент сложно понять. Скажи это без акцента. А про который из акцентов ты говоришь? Я могу воспроизводить много акцентов, сразу несколько. Короче, давайте начинать, я уже устал. Марсел, у тебя есть меч? О, да, у меня есть. Покажи. Марсел, правая кнопка, чтобы достать, и левая кнопка, чтобы активировать. Он убил его! Он убил его! У него был синий! У него был синий! У него был синий меч! Вот что бывает, когда впервые пользуешься световым мечом. Бедный Юми. Посмотрите в Дискорд. Он просто в бешенстве. Он что-то пишет в Дискорд. Марсел, лучше не смотри в Дискорд. Ну что, начнем сразу следующий раунд? Вы уже знаете, кто предатель? Нет, пусть Марсел найдет их. Пусть Марсел решает, кого убивать. Марсел, ты будешь единственным убийцей в этом раунде. Ты должен выбрать. Ощутить в себе темную сторону должен ты. Тьма с тобой, Марсел. Марсел, встань у мостика над лавой. Мы будем вставать на него, а ты будешь решать, кому умереть. Да, точно, да. Чего это ты уставился? Ох, черт! Это так напряженно! Чувак! Это ужасно! О, мой бог! Это... Живи! Живи! Это был прям кадр для превьюхи, чувак! О, мой бог! Ох, черт, он сейчас был очень близко! Это был не Тайлер. Ничего страшного, все делают ошибки. Вайдос, ты закрываешь его. Ты стоишь слишком близко к нему. Разойдитесь, дайте ему немного пространства. Он пытается почувствовать темную сторону. Если вы будете слишком близко, он собьется. Окей, я понял, я понял. Ступай, малец, ты будешь жить. Да. Так, следующий. А ну, брысь. Тебе хана, тебе хана. Это не Тай, это не Тай. Марсел, я начинаю сомневаться, что ты достоин этой роли. Ну что, ты все еще сомневаешься во мне? Председатель совета решает, кого казнить. Умри! О мой бог, да вы шутите? Да! Марсел, ты убил буквально всех, кроме предателей. Вот это был неожиданный поворот. Я знал, что все произойдет именно так. Марсел по одному вырезал всех членов экипажа. Да, вот именно. И он начал с того, у кого был еще один световой меч. Световые мечи — это не твое, тебе бы заняться чем-то другим. Ага, например, ты можешь создать свою собственную игру в редакторе Core. Core — это онлайн-платформа, с помощью которой ты можешь создавать свои собственные игры, даже без особых познаний в программировании. Просто используй уже готовые модельки, текстуры, материалы, звуки и всю мощь движка Unreal Engine и создай игры любого жанра и размаха. А главное, все это абсолютно бесплатно. Здесь уже опубликовано множество игр, вот и я решил создать свою. Пока только начал, но уже интересно, что получится в итоге. С 15 апреля Core появился эксклюзивно в Epic Games Store в раннем доступе. Все, кто скачает Core через аккаунт Epic Games, бесплатно получат эксклюзивный бандл со скинами, маунтами и иконкой персонажа. А также, в честь выхода игры в Epic Games Store, Core проводит серию грандиозных турниров с призовым фондом $55,000. Такую движуху пропускать нельзя, тем более, что даже если ты просто поучаствуешь во всех турнирных играх, уже гарантированно получишь легендарного маунта Раптора. Качай Core и участвуй в крутейших турнирах по ссылке в описании. Я хочу встать на светлую сторону. Теперь я детектив Джедалириус. У тебя есть световой меч? Нет, у меня нет никакого светового меча. Я теперь просто обычный человек. Ну не знаю. Обычный человек, не использующий силу. Тело было прямо перед складом. И опять Юми? А, у Юми опять умер первым. Вау. Он вернулся в свою могилу. Погодите, погодите, дайте я кое-что скажу. Это точно не Му, Ногла и Фрузер. И это точно не Венос и не Делириус. И это не Тай и не Бейсикли, потому что это я убил его.
О, окей. Давайте скорее выкинем его. Не торопитесь с выводами. Я забрал склад себе. Не заходите на склад. Это моя территория. Я буду жить там. У тебя синий световой меч? Ты никогда не узнаешь. Я убил единственного свидетеля. У Wildcat вообще был световой меч? Если вы проголосуете за меня, то это капец будет скучно. Вау, спасибо. Вау. Я обожаю вас, парни. У вас классные YouTube-каналы. Похвату он на светлой стороне. Я не хочу выкидывать джедая. Спасибо, я благодарен за это. Только отвалить от моего склада. А что он делает на складе? Он охраняет его. Вау. Я хочу проверить его. Да, точно. Пойдемте заглянем к нему в окно. Эй, проваливайте. Эй. Эй, Wildcat. Да, я тоже посмотрю. Эй, Wildcat. Я его не вижу. Что это была за хрень? О, май бог. Как он умер? Окей. О, май бог. О, господи. Кто, как он умер? О, уму красный мяч, уму красный мяч, уму красный мяч, уму красный мяч. Уму был красный мяч, у него был красный мяч. Я не знаю, как использовать эту тупую хрень, это мой первый раз. Слушайте, парни. Держишь правую кнопку, потом левую и махаешь. А я думал, что нужно удерживать левую кнопку из того, что говорили. Уму красный мяч, у кого синий мяч? Давайте устроим битву. О, мой бог. Ох, черт. Смотрите, они касаются кончиками. Нет! Он еще жив! О, май бог, Фрузер! Нет, Wildcat! Это Wildcat! Капец, что это было? Это настоящая война! Это была эпичная битва! На войне джедаев темная сторона выиграла эту битву! Даже если сейчас вы бросите меня в лаву, я воскресну! Чуть позже. Вообще-то Вейдер не воскресал, когда его бросили в лаву. Да пофиг, а я воскресну, я лучше. Windows пропустил? Юми, прости, что убил тебя первым. Это чтоб ты усвоил урок, держись подальше от моего склада. Это было эпично, реально. Короче, если что, это мой последний раунд. Что? Я еще хочу успеть сходить на Эндер Дракона. Но сейчас всего 6 часов. Да, но я хочу сходить в Майнкрафт. У тебя это займет меньше 30 минут, чтобы сходить туда. Ладно, хорошо, еще 2 раунда. Этот мод лучше предыдущих. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, спасибо. Вау, кто-то уже умер, кто-то уже умер. О, мой бог, я думал, мне уже хана. О, кто это делает? Какого хрена? Вау! Какого хрена? А ну отвалите от меня! Кто-то махает мечом! Отвалите, отвалите! Это был ты, Basically? Нет, нифига, у меня нет светового меча. А вот и есть, а вот и есть. А вот и нет, а вот и нет, у меня его нет. Ладно, тогда я убью тебя. Нет, не убивай меня. Что, Эван, это был ты? Нет. О-оу, я слышал. О-оу. О боже, я слышал световой меч! У меня синий меч! Делириус-убийца, Делириус-убийца! У меня был синий меч! Зачем ты тогда убил Ноглу? Потому что у него был красный световой меч! У нас тут сложилась интересная ситуация, народ! Нагло пытался порезать меня, но я порезал его первым! Ну, хорошая новость в том, что теперь Ногла точно захочет сыграть еще один раунд! Ладно, тогда покажи нам свой синий световой меч! Хорошо! Я покажу вам! Погоди-ка, куда это ты? Куда это ты нас ведешь? О, он прыгнул в яму. Скорее, 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 скорее! Бежим! Нужно нажать на кнопку, нужно нажать... Он убил Юми! Вон он, вон он! Я никого не убивал! У меня синий меч! Кому ты врешь? Мы все видели, как ты прыгнул в яму! Но у меня синий меч! Во всем этом виноват Нагло, отвечаю! Это конец игры, скажите, что нет! Я не хочу, чтобы она заканчивалась! Порезали! Что за... Что? Что произошло? Ладно, короче, слушайте, Тай, мы знаем, что у Дилана синий, и у меня тоже синий. И мы точно знаем, что есть еще один предатель, потому что игра не закончилась. Ну и, короче, свет выключается, и тут я достаю свой меч и начинаю махать им по кругу, чтобы никто не подходил. И Дилан просто врезался в него, хрен знает почему. Это похоже на мем, и тут я начинаю шмалять. Я начал махать мечом, чтобы никто не подошел ко мне. Чтобы предатель не подкрался и не убил меня. Ну что ж, это сработало. Ты проверил этот метод на невинном человеке.
Он просто... Он сам накинулся на него, он слышал, как я махал им. Он даже сказал мое имя перед тем, как сделал это. Да, у Тайлера синий меч. Проверим мою тактику мельницы. Да, давай. Я встану на мостике над лавой, а вы попробуйте подойти ко мне. По одному за раз. Окей, окей, только давайте сначала починим свет. Ты тоже решил подождать здесь? Приветик. Привет. Назад! Назад! Какого черта? Скотти! Я видел, как труп Скотти упал около стола. Да, я тоже видел в углу экрана. Давайте скипнем, и мы смахнемся с Эваном. Да, точно. Мы будем биться насмерть. Я не хотел подпускать вас к другому трупу. Он все решится. Я видел, как тело Скотти шлепнулось на пол. Я вижу, как ты машешь мечом. Да, именно так я выбью из тебя все дерьмо, сучка. Берегись! Всем приготовиться! Где мы это сделаем? У лавы, да? Победитель выиграет весь раунд. Эй, мы еще не начали! Давай, иди сюда, киска! Погоди, а если я же могу тебя ткнуть? Да, точно, давай коснемся кончиками. Ладно. Джедай мастер. Вау! Вау! Они оба умерли! Только ребенок выжил! Точно! Ребенок победил! Ребенок победил! Да, Бабилириус! Да! Самый мелкий из них оказался владыкой темной стороны. Вот так был восстановлен баланс силы. Я не понимаю, как мы могли проиграть? Брок же остался жив. Мы должны были победить. Да, и не забудь скачать корп по ссылке в описании.